Наш вечер бокса продолжается. Вашему вниманию выставочный бой. Формула боя 10 раундов в полутяжелом весе. Судейская бригада. Рефери в ринге Юрий Копцев. Боковые судьи Николай Сигов, Антон Шарков и Ираклий Малазоня. И в синий угол ринга приглашается боксер из города Хабаровска Сергей Якимов. Красный угол ринга приглашается боксер из Самары Максим Власов. В синем углу ринга боксер, ему 34 года, рост 185 сантиметров, вес 81 килограмм, 850 граммов. Профессиональный рекорд 18 побед, ровно половину из которых он одержал нокаутом и 2 поражения. Сергей Якимов! В красном углу ринга боксер, ему 33 года, рост 192 сантиметра, вес 83 килограмма 800 граммов. Профессиональный рекорд 45 побед, 26 из которых нокаутом, 3 поражения и ни одной ничьи. Он является обладателем пояса по версии WBO Global. Максим Власов! Макс. Ребят, внимание, слушай, моей команды. Не бьем по суглонгу и команды. Стоп, пожали руки по углам. Удачи.
по тайнам. Хорошо. Второй раунд. Момент уже, когда ты готов, он откидывается, но ты старайся именно на вращение доставать повторными ударами и комбинацией головы.
правый, левый, правый. Просто бери косы, косы заканчивай. Правый, левый, как косой, как кросс. Четвертый раунд. На агрессию. Пятый раунд. Thank you.
6-й раунд. Давай.
стороны. Седьмой раунд. Налево выводи себя. Восьмой раунд. Thank you.
И Джефф кинул там левый, и правый-левый под него. Джефф кинул, правый-левый под него. Точная траектория. Девятый раунд. Хорошо. Привет, сделай.
Выше бей, выше бей. Это был выставочный бой. Результат объявлен не будет. Максима Власова ожидает отборочный поединок по версии WBO с боксером из России Умаром Саламовым. Давайте пожелаем ему удачи в его следующем поединке.